Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился с журналистами, чего ждать мексиканским болельщикам от его работы с новым наставником Джонатаном Бэнксом. В частности, многих интересует вопрос, останется ли Головкин верен мексиканскому стилю, который ему привел его бывший тренер Абель Санчес. Вы опять же, вы сейчас говорите о других вещах. Как понять, какой будет стиль? Как будто я полностью разучился боксировать или я полностью изменил своему стилю. Все, что я имею, оно осталось при мне. Я просто хотел, благодаря другим взглядам, немножко добавить другого. Думаю, все мои, если мы конкретно говорим за мексиканцев, все мои мексиканские фанаты, я думаю, они будут не разочарованы тем, что я имею и то, что я приобрету. Единицы, я думаю, единицы, то есть если в данный момент мой теперь тренер, он не мексиканец, и он отошел, я думаю, я считаю, что это единицы, только по этому поводу могут просто не смотреть, не будет нравиться мой стиль. Ну, я повторюсь, то есть мой стиль, мексиканский стиль, он останется при мне. Глядя на него и отталкиваясь от своего опыта, это человек с огромным опытом, это человек с замечательной школой, с отличной школой, скажем так, old school, школой Эммануэля Стюарта. То есть это, наверное, то, чему я сейчас рад, если я действительно приобрету какой-то опыт. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.